200 иностранных и российских студентов объединились, чтобы воссоздать работу Организации Объединенных Наций. Торжественное открытие состоялось в Казанской ратуше. Смотрим. Игра, в которой все по-настоящему. Студенты примеряют на себя роль делегатов, чтобы представить интересы выбранной страны. На имитации заседания Организации Объединенных Наций будет смоделирована работа Совета Безопасности, Международного Суда, Агентства по делам беженцев, Всемирной Организации Здравоохранения и других комитетов. В начале мероприятия было зачитано приветственное слово председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина. В Республике Татарстан огромное внимание уделяется воспитанию молодых руководителей, лидеров и политиков. Молодое поколение учится искусству политической дискуссии, выстраиванию конструктивных и уважительных отношений с оппонентами на площадках молодежного парламента и молодежного правительства. Казанский университет стал организатором мероприятия в четвертый раз. Уникальность модели этого года заключается в объединении с комитетами ЮНЕСКО и отдельном внимании к Всемирной организации здравоохранения. В первый день эксперты прочтут делегатам лекции, которые помогут углубить познания в международных отношениях и применить их на практике во время заседаний комитетов. Казанский модель не случайно проводится в площадке Федерального университета. Мы стараемся более интегрировать те процессы, которые сегодня координируют ООН и ЮНЕСКО. Это уникальный опыт для каждого участника, который может стать одним из важных шагов на пути успешной карьеры любого человека. Мероприятие пройдет с 31 марта по 3 апреля в очном формате. Итогом дискуссии на русском и английском языках станет написание общей резолюции. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.